Итак, в этом уроке речь пойдет о списках и зачем они нужны. Значит, что вообще такое списки? Значит, они делаются, вот где они содержатся. В общем, продукты, списки, да, это список каких-то специальных предложений, да. Наверняка вы видели в магазинах, к примеру, там, товары, которые выделены в первую очередь на главной странице сайта. И как бы они предлагаются в первую очередь. Вот смотрите, как у меня, например, у меня раньше здесь было, я пока удалил. В общем, смотрите, специальные предложения, да, вот чтобы их добавить вот в эти специальные предложения, какие-либо товары, да, там с акцией, например, или еще с чем-либо, вы можете, в общем, тоже какие-либо товары сюда добавить. Вот, чтобы это сделать, для этого существуют списки. Вот смотрите, идем в списки, здесь по умолчанию есть special offers, то есть специальные предложения, да. Ну, чтобы конкретно, допустим, напишем спецпредложение, допустим, на витрине. Спец на витрине. Почему именно так? Потому что здесь можно добавить еще и ВКонтакте, и в Фейсбуке. Ну, в общем, это в отдельных уроках, смотрите. Значит, сейчас вот конкретно по витрине. Итак, здесь список продуктов самих. Вы просто нажимаете здесь, да, и сейчас мы какие-либо продукты добавим. Вот демо-продукт. Ну, ладно, пусть он будет. Здесь просто название продукта, допустим, пусть будет HD, да, вот я думаю, с HD много чего есть. И вы смотрите, так, ага, чтобы у нас пользуется спросом, например, пусть медиаплеер, допустим, какой-то, да, телевизионный медиаплеер вот этот, да, вот он пользуется спросом. Мы просто его добавляем в этот список. Здесь нажимаем просто, да, вот он добавился, видите, демо-продукт и этот медиаплеер. Тот, что первее, можно, соответственно, передвинуть, если вам нужно какой-то, чтобы был первее. Так, ну еще что-нибудь добавим. Там, не знаю, вот это, допустим. Это можно также залежалый товар какой-то, да, который на складе залежался, его можно тоже предлагать в первую очередь, чтобы посетители вашего сайта видели его в первую очередь. Так, ну и в общем вот, идем обратно в списки. Видите, три продукта появилось. Нажимаем сохранить. Так, но вот здесь, видите, этих предложений нет. Чтобы их добавить, надо сделать следующее. Точнее, нет, они есть, я вот вижу, вот он, да, этот демо-продукт. Но как это сделать, да, вот в дизайне. Смотрите, сейчас вот. Вот видите, я обновил, и появились вот эти продукты, которые я только что добавил в первую очередь. В дизайне это делается следующим образом. То есть вам, допустим, недостаточно вот здесь. Вам захотелось, например, вот сюда еще добавить, да, справа. Делается так. Дизайн. Соответственно, редактор дизайна. Текущую тему вашу редактировать. Вот я вот свою тему возьму, да, которая у меня сейчас. Так, и вот здесь имеется список продуктов. Нажимаем. Так, здесь можно задать в пикселях высоту, либо оставить по умолчанию, чтобы она автоматически рассчиталась. В общем, если вам в дизайн, допустим, не вписывается, да, куда-то там вот вы хотите ли повыше, или поменьше сделать, то, соответственно, свое значение в пикселях ставите. Так, здесь поставим просто вот как есть. Вот он появился. И тащим, куда нам, в общем-то, требуется. Так. Так, я поставлю пока здесь. Мы вроде решили с вами вот сюда поставить, да? Вот пусть он будет здесь. И сохранить дизайн. Сохранить шаблон. Так, шаблон успешно сохранен. И теперь мы можем этот список наблюдать еще не только сверху, а еще и вот здесь. Вот такая полезная функция списки. Точно так же и в магазине ВКонтакте это можно выставить, или в Фейсбуке
там делаются отдельными списками. В общем, про эти списки я тоже в отдельном блоке все рассказываю.